Всем нихао, друзья! Для кого-то Новый год уже наступил, а для кого-то еще даже не начинался. Именно поэтому сейчас мы находимся в актовом зале Политеха, где собрались студенты разных стран, чтобы отметить важное и праздничное событие – китайский Новый год.今天的气氛非常好，像在中国一样，然后在这里有很多的中国学生一起相聚在伊尔库茨克国立理工大学，非常开心，像在家一样。我在俄罗斯学习快一年了，然后他们很支持我吧，我的父母，因为毕竟这是一次锻炼，然后呢，能让自己更自主生活，对，对生活有很大帮助。Подошло к концу это завораживающее представление. Праздник стал для нас возможностью еще ближе познакомиться с культурой наших азиатских друзей. Китайские студенты щедро поделились с нами своими традициями и оставили только незабываемые впечатления.